Всем привет! Меня зовут Наталья, вы на канале Рецепты Лайт. В этом видео я покажу, как приготовить творожный ПП-десерт – львовский сырник в облегченной версии. Все ингредиенты для сырника должны быть комнатной температуры, белки отделить от желтков. Творог для сырника должен быть жирным – от 5%. Чем меньше жирность творога, тем более сухим будет сырник. Желткам добавить творог, сметану, сливочное масло, цедру лимона, ванилин, подсластитель и кукурузный крахмал. Пробить погружным блендером. Должна получиться однородная гладкая масса. Изюм предварительно залить кипятком на 10 минут. Затем хорошо обсушить бумажным полотенцем. Добавить к творожной массе. Белки взбить щепоткой соли до устойчивых пиков. Ввести белки постепенно в творожную массу. Вмешивать нужно движениями снизу вверх, от края миски к центру. Выложить творожную массу в форму, выпекать заранее разогретой до 180 градусов в духовке 30-40 минут. Сырник готов, если края схватились, а серединка подрагивает. Духовку выключить, оставить сырник на 10 минут дней. Далее вынуть форму сырником из духовки и окончательно остудить. При остывании сырник немного осядет. Приготовим глазурь. В сотейнике смешать сметану, подсластитель и просеянное какао. Поставить на медленный огонь, проварить 3 минуты, не допуская кипения глазури. Снять с огня и добавить сливочное масло. Перемешать, чтобы масло полностью растаяло. Остывший сырник покрыть глазурью. По желанию сверху можно посыпать рубленными грецкими орешками. Убрать сырник в холодильник минимум на 5 часов, а лучше на ночь. Вот такое лакомство с нежнейшей творожной основой, лимонной ноткой и шоколадной глазурью сверху получилось. Друзья, мне очень важна обратная связь от вас. Пожалуйста, оставляйте лайки и комментарии, делитесь своим впечатлением. Не забывайте подписываться, это лучшая благодарность за видео. Всем пока!